Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил о разработке ряда мер по экономическому росту и трансформации предприятий. После одобрения Советом министров, правительство Франции предложит выпуск лицензий для эмитентов криптовалюты. Лицензированием займется надзорное ведомство по финансовым рынкам, АМФ. Министр финансов стремится внедрить правовое регулирование криптовалют после завершения саммита «Большой двадцатки», во время которого были приняты окончательные сроки по выдвижению будущих законов в области новых технологий. Однако Центральный банк Франции призвал финансовые учреждения воздержаться от любой деятельности, связанной с криптовалютой. Только время покажет, сыграет ли историческая связь слов «Франция» и «революция» на пользу технического прогресса во Франции.